Напоминаю, что мы с вами так неспешно читаем бета-функцию, да, и в соответствии с программой ее вычисления нам с вами нужно вычислить три контрчлена, да. Причем нам, как вы поняли, достаточно даже не полностью контрчлены знать, а достаточно знать только их расходящиеся части. Мы вот на петлевом приближении считаем бета-функцию, у нас бета-функция в однопетлевом приближении, да, однопетлевом приближении, это что такое? Это v логарифм μ от контрчлен вершины, кварка антикварк глюона входит в знак минус, да, минус здесь знак 1 от μ. Дальше контрчлен, отвечающий фермионной кварковой линии бета 2, входит со знаком плюс бета 2 от μ. И с коэффициентом 1/2 контрчлен, отвечающий глионной линии, да, поскольку у нас в вершине одна глионная линия, на каждую линию у нас по 1/2, да, контрчлен идет, и две фермионные линии, поэтому здесь единичка. То есть бета-функция у нас выглядит следующим образом, да? То есть нам достаточно понять, как устроены вот эти контрчлены, они имеют какой-то такой вид, их расходящиеся части, это есть v квадрата, v квадрата, да, стоит не квадрат в степени, эпсилон, поделить на t эпсилон. Да, как мы сейчас увидим, мы сейчас вычисляем первое, что мы делаем, это контрчлен дельта 3, да, то есть отвечающий перенормировке глионной линии. И вот мы увидим, что все контрчлены у нас имеют вот такую структуру, да, их расходящиеся части имеют вот такую структуру, и только они нам нужны, потому что в пределе эпсилон к нулю у нас вычислит только вот этот коэффициент. Здесь какой-то коэффициент еще надо написать, аита. Да? Аита. То есть для нас что важно? Во-первых, выделить расходящуюся часть, найти этот коэффициент, да, правильно, и понять, что зависимость от μ у нас вот такая, μ квадрат в степени эпсилон, да? Именно поэтому мы во всех наших вычислениях, с которых мы на прошлом семинаре начали, да, таскали, вот я говорил, для размерности будем вот этот квадрат в степени эпсилон оставлять, да? Оно, в общем, его всегда можно было бы восстановить, но мы явно видели в фейманских интегралах, как оно возникает, поэтому мы его специально оставляем, чтобы потом увидеть, как вот эта зависимость от μ здесь возникает. Да? Вот, то есть мы начали вычислять контрчлен дельта 3, то есть вот этого последнего начали контрчлена, да? И сказали, что как мы эти контрчлены вычисляем. Мы для этого должны построить некую функцию Грина, да? Некую функцию Грина в перенормированной теории. И в этой перенормируемой теории потребовать выполнения условия перенормировки. Условия перенормировки, в том числе, вам будет, как одно из требований условия перенормировки, это будет сокращение расходимостей контрчленной диаграммы. Да, у нас такая появилась в контрчленной теории возмущения, появилась новая вершина, в которой стоит дельта 3. Да, и контрчленная диаграмма должна сократить расходимости, возникающие в обычных диаграммах, да? Ну, в данном случае это петлевом приближении. Вот. То есть мы в каждом порядке теории возмущения подстраиваем контрчлен таким образом, чтобы он выполнял условия перенормировки. Значит, мы взяли и сказали, что давайте будем считать функцию Грина какую-то, да? Ну, в частности, глионный пропагатор. Глионный пропагатор — это несколько, довольно сложный такой объект. Мы несколько более простой набор диаграмм на самом деле считали. Мы считали поляризационный оператор, да? То есть одночастично неприводимую часть глионного пропагатора, да? То есть из поляризационного оператора можно потом построить геометрическую прогрессию, да, как мы на лекции говорили, построить глионный пропагатор, правильно? То есть перенормировка продольной части глионного пропагатора, она связана как раз с поляризационным оператором. То есть то, что мы с вами смотрели, это поляризационный оператор. Не в нижнюю, а в Q. Да? И
Скринормированной теории, правильно? Почему скринормированная теория? Потому что здесь были все старые диаграммы, и появилась новая контрчленная диаграмма. Мы из Лагранжана видели, откуда она берется. Правильно? Вот. И вот эта величина как представляется? Это есть 2 мю на q квадрат минус μ. Да? То есть это поперечная, структура поперечная должна быть. Если мы работаем, скажем, в такой регуляризации, которая у нас не нарушает ориентировочную инвариантность, например, в размерности регуляризации, то поперечность, которую мы требуем из торжества, должна сохраняться у нас во всех порядках теории вовлечения. То есть у нас наш реализационный оператор должен получиться в результате поперечной. Мы это, тоже в этом убедимся. Да? Ну, по цвету здесь будет стоять дельта АБ, и здесь стоит некая квадрат Q. То есть перенормированный реализационный оператор. Да? И вот мы на этот реализационный оператор налагаем условия. Вот в электродинамике, в обычной, мы могли сказать таким образом, что перенормировка фотонной, фотонной линии связана с электромагнитным зарядом, да? Мы могли отойти на бесконечность от пробного заряда и увидеть там экспериментально наблюдаемую 1/137, то есть устремить q квадрат к нулю. Да? Устремить вот у нас q квадрат, q квадрат к нулю, q к нулю, просто q даже к нулю. Если на бесконечность сходим, это просто куплю. Да? И увидеть там конкретный заряд. Да? И через наблюдаемый заряд связать реализационный оператор с наблюдаемым зарядом, как мы на электродинамике делали. Вот. Здесь ситуация несколько более сложная, потому что у нас мы цветной заряд явно не наблюдаем, да? У нас все объекты бесцветные. И мы можем наложить какое-то другое условие, которое фиксирует эту величину, делает ее конечной. Например, в некотором эксперименте вы измерили альфа-С на каком-то масштабе. Да? Из вот этого эксперимента вы можете зафиксировать вот эту величину, перенормированную к какой-то точке. Да? Вот мы можем, например, сказать следующее, что при q квадрат равное минус μ квадрат, да? Где μ это наш параметр, который мы держим руками, точка перенормировки, да? Равно нулю. Или не нулю, а чему хотите, не знаю, 5, 10, там. Это в ваших руках, да? Положите его тому, чему оно равно, исходя из наблюдаемых каких-то экспериментальных данных. Вот, то есть мы реально ввели некий параметр массовый, да, и рассматриваем фактически целое семейство условий перенормировки. Да? То есть вот это условие записано, это целое семейство условий. Для разных мин разные условия, правильно? Это то, что связано с тренировкой группы. Да. Что? Что разница? Ну, смотрите, что такое мю? Я говорю, что такое мю? Мю мы можем поменять, но мю можете менять, да. Но и ноль поменяется. Ну и можем менять. И ноль можете менять. Да. Конечно. Не, ну как задали, значит, сразу заранее одно. Какое-то конкретное мю. Еще раз, вот это все в ваших руках. Ввести сюда семейство условий или какое-то конкретное условие, которое мы в электродинамике делали. Практически на массовой поверхности перенормировались. Я перед тем, как решать, я ставлю условия. Да. То есть вы можете, если у вас есть конкретный ваш эксперимент, на котором вы альфа-С мерите, да, и альфа-С, скажем, выражаете через вот этот поляризационный оператор, да, каким-то образом, то вы сюда подставляете q квадрат, который у вас в эксперименте. 2D вам купить. Да? Хорошо. Ну, я условно говорю. Да? Нам удобно здесь оставить параметр μ, некий параметр μ. От этого параметра μ будет наш контрчлен зависеть. Да? То есть фактически, что делает контрчлен? Он подстраивается таким образом, чтобы не только убить все расходимости, да, которые у вас здесь возникают, но и выполнить этот ноль. Если у вас не ноль, а какое-то как другое число, которое вы захотели, он будет другой, да? Он сдвинется немного. Правильно? На конечное число. Если здесь не ноль будет, он сдвинется. Но расходящаяся часть его останется та же самая, правильно? Вот что бы вы сюда не поставили, если вы ставите конечную величину сюда, то расходящаяся часть будет та же самая, правильно? И вы ее вычитаете из диаграммы. Вот.
посчитали с вами, то есть мы написали, какими диаграммами в этом пределовом приближении наш поляризационный оператор дается, да? И все вот эти последние диаграммы мы с вами посчитали, да? То есть главное, что мы вычислили, видели, что фермионная петля, если у нас НФ безмассовый фермион, да, то есть мы работаем в безмассовой теории, потому что я уже говорил, что бета-функция, да, то есть перенормировка заряда, фактически это некие свойства, связанные с ультрафиолетовым поведением. Как мы увидим дальше, при больших энергиях у нас масса кварка можно будет выкидывать. Да? Поэтому вполне законно работать в безмассовой теории, то есть когда появится масса, качественно картина не изменится того, что мы сейчас сделаем. Да? Зато будет несколько сложнее. То есть мы это более простую безмассовую задачу делаем. То есть фермионная структура у нас поперечная возникает, мы это с вами на электродинамике видели, и этот коэффициент мы нашли на прошлом семинаре. Да? Правильно? Две трети НФ. Это мы нашли. Значит, мы посчитали духовую петлю, вот то, что мы последнее сделали, и увидели, что она не поперечна. Да? То есть в ней поперечной структуры не возникает. Но это значит, что поперечная структура должна возникнуть в сумме оставшихся диаграмм духовых. Да? И вот эту диаграмму мы тоже вычисляли. Она у нас в размерной сенсоризации была просто миллион. Вот когда я Кирилл, правда, считал, он забыл центрийный фактор, одну вторую. Диаграммы. Перед нулем можно ставить, но второе можно не ставить, но все-таки вернитесь и поставьте там одну вторую. Помните, я вам рассказывал про симметрийные факторы, общую формулу давал для симметрийных факторов для разных диаграмм. И вот как раз это был один из примеров. Я показывал, что вот здесь вот у нас возникает симметрийный фактор 1/2, правильно? Потому что у нас есть одна пара вершин, соединенных с двумя самосопряженными линиями. Сопряженные без привода, да? Вот. И вот здесь вот есть одна линия, которая соединяет вершину сама с собой, да? То есть там вот в той формуле, которую я вам давал, бета равно единице, то есть там стояло 2 в степени бета, да? Где бета — это число линий, соединяющих вершину саму с собой. Вот. То здесь фактор 1/2, еще симметрийный фактор 1/2, но он для нас не важен, можно было сказать, что он там у нас в этой вершине гаммы сидит, потому что все равно размерность стабилизации это норм. То есть что нам осталось посчитать? Нам осталось посчитать расходящуюся часть вот этой диаграммы. Мы ее посчитаем, и тогда, исходя из вида контуршнурной вершины, она у нас вот такая, да? Это из Лагранжана КХД стоит, что она у нас такая. Вот. Исходя из вида контуршнурной вершины, мы найдем дельта 3. Дельта 3, да? То есть вот контуршнур мы найдем. Понятно? Ну вот давайте посчитаем расходящуюся часть этой диаграммы. Я ее как-нибудь отдалу сейчас. И М как-то двуглавное, да? Два глава промежуточное состояние, два глава. Давайте к доске кто-нибудь ждите. Давайте, Сергей, видите. То есть давайте сразу напишем симметрию фактов, не забыть. Здесь есть одна пара вершин, соединенная двумя самосопряженными линиями. Да? То есть у нас стоит число линий факториал в степени число пар вершин, соединенных этими линиями. Да? В той формуле для симметрийного фактора. То есть здесь будет 1/2. Петлевое интегрирование, да, у нас идет петлевой импульс, да, размерная регуляризация, то есть dp. Но практически d, да. Ну и давайте сразу из вершин все множители вытащим, как не сможем. Здесь у нас минус и же стоит, да, здесь класс, минус. Класс, минус и же там не читер сюда, минус и же квадрат. Так, минус и же квадрат, ага. Там дальше в каждой вершине у нас стоит генератор. В каком представлении у нас?
присоединенным, да? Генератор, то есть здесь будет стоять Т большое, да? Т, а и индексы от цветовые индексы вот этих СД. СД, да. А лоренцовские индексы промежуточные сигмы и ро, по которым будет все открыть, да? Угу. Да. И вот в этой вершине стоит. Ну, там стоит, у нас получается Т. Там стоит Т, да? Да. И тоже хочется его сделать и записываем. Да, то есть у нас получается, там мы записали СД, точнее, где-то ДЦ. Здесь ДЦ, или так? Ого, да. Ну и теперь еще пропагаторы, соответственно, надо записать. Ну давайте сразу пропагаторы напишем. Напомню, что мы работаем с вами в фейнмановской калибровке. Да? То есть в ковариантной калибровке с КСИ. С КСИ равные единички. Это обычная калибровка, с которой мы фактически всегда работаем. КСИ равно единице. Да? В этой калибровке у нас все прелести возникают. Духи, да, если есть. Так, у нас получается что у нас? Получается вот там минус P плюс Q. От этого будет P плюс Q, да, номинательно. P плюс Q. Ну, плюс 0, там квадрат. Квадрат плюс 0. Угу, числительный, что стоит? Вот так, сейчас, собственно, и должна у нас стоять. Минус и, да? Да, минус. Минус и. А по G сигма штрих мы свернем, да, сейчас? Да. Если мы будем сразу считать, что вот этот индекс лоренцовский такой же, как здесь, да? Так, плюс второй же, написано, тоже у нас минус и плюс. Вот, здесь будет стоять B квадрат. Угу. Так. Плюс и ноль. Угу. Отлично. Когда мы пропагаторы записали, у нас еще теперь две вершины, их тоже нужно аккуратно записать. Да, у нас, соответственно. Начинаем с первой вершины. Помните, как она прописывается? Помнит, ну там, соответственно, у нас цель должна быть. То есть мы считаем все импульсы входящими, да, в той формуле, в которой мы выписывали. И из этого импульса мы читаем этот импульс и берем его с лоренцовским индексом третьей вершины. Да, и вот так вот двигаемся в полчасовой стрелке. Так, да, сейчас значит, у нас получается что? То есть первое будет. У нас получается входящий кух. Минус. Минус P минус Q получается. Ну, почему P минус Q? Нет, если P плюс Q, то... Ну, смотрите, минус P минус Q. Минус P минус Q, да, то все со знаком минус. Минус P минус Q? Нет. Смотрите, все импульсы входящие считаем. Да-да-да. Вычитаем из этого, вычитаем входящие это, да? То есть мы должны вычесть минус P минус Q. Вычесть минус этот импульс. Да, я это делал. Но вы его просто вычитаете. Вы его вычитаете. Надо вычитать минус этот импульс. Все. Значит, то есть прибавить. Да. То есть здесь входящий импульс минус P минус Q. Да. Минус P минус Q. Я должен вот этот входящий импульс вычесть из этого входящего импульса, вычесть этот входящий импульс и взять его с лоренцовским индексом с третьей вершины. Да, все. Вот, да. И же. Же, соответственно, с оставшимися. Же, вот этих, которые мы читали. У нас там получается же мю сигма. Мю сигма, да. Мю сигма. Да, вверху рисуйте весь индекс. Мю сигма, да. Так, и также получится она сделка движется. То есть теперь отсюда вычитаем, из этого вычитаем. Там знаки все плюсы дают. Знаки все плюсы, но еще раз, там все импульсы входящие мы считаем, да? Вот, значит, у нас это получается, что у нас получается, вот здесь по плюс Q входящий у нас будет, так и пишем по плюс Q. Ну, вот, не-не-не, он же для этой вершины выходящий. Для второй... Не-не-не, мы сейчас для вершины... Все. Там первая вершина... Значит, у нас получается, да, минус P. Минус P минус Q. Минус P минус Q и минус вот этот импульс. Ага, то есть у нас получается... минус, а он входящий. Он входящий, как надо, минус P, да. Вот. И с лоренцовским индексом оставшуюся вершину. Минус, да, индекс, и, соответственно, G у нас получается ρ сигма. Да. Вот. И плюс, соответственно, смотрим, значит, у нас входящий индекс P, ну, в смысле импульс, вот, минус, получается, входящий импульс, импульс Q тоже входящий. Ага, минус Q, да. Значит, и индекс у нас получается сигма и же нейро получается. Же нейро, да. Так.
Это у нас левая вершина такая. Да, еще вот тут первая вершина. Давайте сразу, они все перепишут, а мы здесь сразу простим. То есть надо сказать, что просто два кубика. Ну, я внизу выпишу, да? Да, внизу вы лучше второй вершину пишите. Ага. Можете, нельзя. Ну, они пусть внизу подпишут, а вы просто смотрите, если это будет. Так, попробуйте. То есть 5 плюс 2 кузистые, да? Простая арифметическая операция, все равно все. P плюс 2 кузи, да? 2 кузи, соответственно, общий минус нужно вынести будет. Да, здесь будет минус U плюс 2P. 2P плюс Q, да? Минус 2P плюс Q. Угу. А здесь все. Это даже минус. Вот. И вторую вершину пишем. Так, вторая вершина получается следующая. То есть... Сюда доходить. А, ну... Давайте. Так, у нас получается тогда следующая по структуре. Вот этот P плюс Q. Ага. У нас P плюс Q получается, он уходящий здесь. Все нормально. P плюс Q. Потом вот этот исходящий. Вышел. Да. Значит, у нас получается... Исходящий минус. Вышел, значит, плюс Q. Плюс Q. Вот. И индекс Q. Ну, и там G минус минус. Минус сигма. G какой? Сейчас. Нюх. Нюх сигма. Нюх сигма, да. Значит, дальше плюс. Смотрим. Вспомнили, как ты любил на душе? Минус. Спросил вас, не будешь выучить. Потому что нам это все пригодится. Я не просто так. Так, минус. Плюс. P. У вас твои пишет, да? Или что? Ну, вот сейчас пара. Вот это смотрю. Вот это пара, тогда она с каким индексом будет? Она с индексом вот этим сигма. Сигма. Да, сигма. И ровно мостер. Дальше плюс. Соответственно, смотрим вот на эту штуку. У нас получается минус P. И здесь у нас получается, смотрим, вот этот входящий. Минус P. Минус P, минус P, да. Вот, с индексом ров, нет, ров, сигма. Чего сигма? Сейчас. Нет, так, мы берем не участвующий, то есть это нем. Вот. Так, и G у нас получается ров, сигма. Ров, сигма, да. Да, вот такая правда получилась. Давайте вместе. Тоже сразу, да. Здесь тоже сразу простим, а вы внизу напишите. У нас получается тогда P плюс 2Q. P плюс 2Q. Ага. Так. Здесь можно просто местами. А вы сравните первую скобку и вторую скобку. Чем они отличаются? Может быть, просто перестановкой? Пишите сейчас. Так. Плюс 2 плюс. Причем плюс. А, ну, там, здесь, да. Здесь минус. Там стояло. Ну, сейчас давайте посмотрим. Так, что получается, у нас здесь последняя стоит минус P. Минус P, минус P. Минус P, минус Q. Да. Минус выносим? Минус выносим. И 2 P, минус Q. 2 P, да. Почему минус Q? Плюс Q. Плюс Q. Теперь внимательно на первую и вторую типовую скобки смотрим, чем они отличаются. Просто мы на нее замененные все. Правильно? Вот на первое слагаемое, смотрим вот это, там оно где. Да, да. Вот, и там оно тоже первое, правильно? Только мю заменено на ню. Здесь второе слагаемое. Там оно последнее, тоже мю на ню заменено, да? Здесь. Вот это и тоже мю на ню просто заменено и все. Да? Вот такая вот сладость получилась. Ну и хорошо. Давайте теперь вот что сделаем. После последовательности коэффициенты разберем. Все. Вот это что такое у нас стоит? Так, мы, у нас такая структура возникала, вот, когда мы вот это считали диаграмму. Да, это точно такая же.
Если через F мы генераторы присоединим представление этим, то это будет просто F. Это будет просто F, свернутая по двум соответствующим индексам, правильно? То есть это что такое? Нет, еще минус. Был минус, но еще был минус из определения того, что такое T. T у нас это что такое? Напишите. T, CT это что такое? Это минус I, то есть I еще есть, да? И два раза. F и соответствующий порядок. A, C, T, да. То есть когда мы генераторы распишем, мы это уже делали все. Почему на пятой передаче прохожу? Потому что мы это уже делали, будет просто F, два F, свернутое по индексам соответствующей позиции. Правильно? Для чего равно? Ну, это пропорционально дельта B. Это дельта B с каким коэффициентом? Каким коэффициентом? Ну, вот здесь вот в ответе видно. Коэффициент. CA я его назвал, да? Коэффициент CA, что я его так назвал? CA. CA равно NC просто, да? Вот это NC мы с вами считали на соответствующем семинаре. Если 2F свернуть между собой, то будет NC на дельта, да? И мы даже 2D между собой сворачивали, если помните, да? CA это по смыслу что такое? Тут точно так же, это генератор Казимира, правильно? Оператор Казимира только в присоединенном представлении. Верно? Но вспоминайте, что вот если я вот индекс А и Б вот здесь опущу, скажем, С и С подниму вверх, да? То это будет что такое? Это будет просто Т, С, Т, С. А в БТВ, правильно? ТЦ, ТЦ это что такое? Генератор или генератор? Казимир. Это оператор Казимира, да? Оператор Казимира. Они присоединены представлении, поэтому это было не CF на единичную матрицу, как раньше, когда здесь фундаментальное представление стояли операторы, а CA, да? На единичную матрицу, на дельта АБ, да? Где CA, мы его посчитали, сколько это было NC, правильно? Я не сильно быстро говорю, понимаете? Поэтому мы уже с вами все делали, да? То есть да. Вот это что такое? Ника, подпишите пока. Нет, ну это у нас когда просто CA получается. Да, это CA на дельта АБ, да? Да. На дельта АБ. Ну тогда у нас получается, что у нас все I, которые здесь есть, здесь мы могут, здесь мы могут, то есть он был плюс будет. Вот. У нас получается 1/2. Ну, 1/2. CA получается. Угу, вот, и же квадрат. Дельта B. Да, же квадрат, дельта B. Же квадрат. Дельта B, хорошо. А сейчас здесь вот что с вами сделаем такое. Вот что с вами сделаем. Вот смотрите, вот такого рода знаменателя мы уже по Фейнману с вами объединяли, когда считали эту диаграмму. Сергей, возьмите просто тетрадку. А у меня просто новая тетрадка сейчас. А, вот новая тетрадка. Вот у нас эти знаменатели объединенные, давайте вот здесь у меня есть место. Здесь вот еще, да? Вот у нас было единица на p квадрат и p плюс q в квадрате, да? P плюс q в квадрате. Это было что такое? Я вводил параметр Фейнмана, x, да? У нас было, соответственно, единица, там было x и x чертой, и, соответственно, перед ними множители стояли соответствующие. Угу. То есть было полный квадрат, когда мы выделили, там получалось, вы проверяете. Ну, здесь у меня нет, можно проверить. Было p плюс x q в квадрате минус дельта, да? Где дельта, это есть минус x на 1 минус x, мы его еще обозначали на q в квадрате. Правильно? Так было. Когда вот для этой диаграммы мы по Фейнману собрали знаменатели. Есть два знаменателя, все. Вот это помните или нет? Это но уже квадрат выделен. Да? Нет. То есть на этом знаменателе x. Ну, на этот знаменатель x, на этот один минус. Ну, много раз мы его уже делали, просто поэтому я это напоминаю. То есть мы что дальше делаем? Мы говорили, давайте будем переходить к новой переменной. Новая переменная у нас... Которую вот я да. Какой буквой я обозначил? Ну, Кси, например. Ну, это все-таки.
импульсная переменная. А, все обычно скалярные и чемпионы тела. Сейчас. Не знаю. Ну, это, давайте верить. То есть у нас P маленькая, давайте напишем. P маленькая, это есть что такое? Это есть L минус X куб. L минус X куб. Да? Вот так. И давайте все перепишем через L. А потом уже будем по индексу сворачивать. Так у нас здесь получается без. BDL. Да. Поделить на 2 бига. Угу. Вот. По параметрам Фейнмана интеграл, да, следующий. Да. Впереди можете его написать, там что-то будет. Да, у меня до единицы. У меня до единицы. Икс. Здесь у нас получается L квадрат. Называется L квадрат минус дельта. Минус дельта. Запишем для краткости. Единица. Все в квадрате, да? Да. Полная степень, степень, суммарная степень. Да. Так, так, и да, вот все, что у нас. И да, и вот эти две скобки, ну давайте их вот так вот немножко покомпактнее, чтобы вот сюда вот влезти. Эти обе скобки перепишем через. Ну, можно, в принципе, одну переписать, если вот, точнее, вот эти штуки переписать. Ну, конечно, а второго просто... Так, ну, нас... Нет, ну там давайте уже не будем сворачивать. Да. Ну, напишите последовательно. Первый, так, первый скоб. Это L минус X. Сразу подставляем, что не будет ставить L. Плюс 2. Ну, сразу 2. Минус ага. X. Да, правильно. Так, здесь надо, на самом деле, давайте квадратный X скоб. Дальше Женя Иглов. Женя Сигнов. Здесь все тут стало переписано. Плюс. Минус восстановится. Так, здесь у нас получается 2. Плюс 1 минус 2х. Аккуратненько, здесь вот под ней, ну сейчас мы между собой разбираемся. А пишем вторую, да? Пишем вторую. То есть, в общем-то, вопрос как переписан, тут индекс немного меняем, да? Оставлять только те члены, которые дают мне нулевой интеграл. Нулевой интеграл будут давать какие члены? Которые по L какие?
Линейные, да. Если у нас в результате смерти остаются линейные по величине, то мы их выкидываем, правильно? Если у нас члены вида L-mu, да? Там профессиональная даже L-mu будет. То мы на что заменяем? Там же L-mu с каким-то коэффициентом. То есть мы заменяем, ну, например, по размеру на L квадрат. Да-да-да. L квадрат L-mu и коэффициент такой, Кирилл. Ну как мы находим этот коэффициент? Мы левую правую часть сворачиваем к жемению. Да. Если это скрежение будет L квадрат, если это скрежение будет... Четвертый. Но не четвертый, а у нас это что? D. Поэтому нужно поделить на D. Да? На D. Ну вот и так последовательно будем... Давайте их как-нибудь проиндексируем эти слагаемые. Например, вот глядите, если я отсюда беру первое, отсюда первое, то это будет, скажем, первое. Да? А, в смысле, чтобы их выписать опять? Да, чтобы их выписывать. Первый год мы выписываем первый, да? Удобно вам так делать. Первый, значит, как он будет выглядеть? Вы сначала на него посмотрите, а потом выписываете его. Так, вы лучше уже результат выписываете. Да, хорошо. Потом... Так, ну сложно, значит, у нас есть пассивный оборот, правильно? Да. Значит, вот это у нас с этой штукой пассивняется. Угу. Вот. То есть возникнет вот эта стопка в квадрате. Да, а здесь возникнет G, соответственно, минимум. G минимум, правильно. Вот в этой штуке в квадрате, как мы этот квадрат можем раскрыть? Ну, как раскрыть можно. То есть линейные члены мы уже сказали, что мы выкидываем, да? Ну, да. Просто. Соответственно, у нас квадратичный член оставляет. Только квадратичный. Вот так и пишем. То есть будет от 1,1 члена будет G-меню, да? G-меню. L-квадрат. L-квадрат, ага. Плюс 2, минус x. Пишите нормально, чтобы видно было, потому что если мы пишемся, потом мы не соберем. 2 минус x. Так, и на квадрате, ага, и все, правильно? Так, 1, 2. 1, 2. То есть из первой скобки берем первый член, давайте посмотрим, почему. Отсюда берем этот член, отсюда берем вот этот член. Так, да? Смотрим на коэффициенты. Значит, вот это сросли у него состояние просто сигма. Потом там. Потом по сигма тоже сигма сдвинется, будет ню. И то есть будет вот эта штука с ню, а вот это с ню. Да, это с ню, это с ню, да? И тоже их сразу перемножаем, оставляя только квадратичные слагаемые. А у нас какого типа будут? Члены L-ню, да. И кумиму ню. Да. L-ню сразу заменяем на вот такую вот радость. То есть, во-первых, возникнет знак минус, правильно? Потому что здесь будет плюс, а здесь не минус. Да. Значит, минус, значит, будет L квадрат G-меню на D. На D. С каким коэффициентом? Так, с двойкой. Здесь еще двоечка была, да? Вот это двойка. Двойка. Вот, потом, значит, от... И кумику не будет, да? Значит, это будет минус. И там у нас 2 или минус x, или минус 2 x. Первое, это 2 минус, и тогда вот ему минус 2. Все со знаками минуса, правильно? 2, да. 2 минус x, 2 минус x, 1 минус 2 x. Кумикуни. Кумикуни. Ага. Да, вот так. Отлично. Это 1, 2. Ну-ка давайте сразу посмотрим. Вот у нас 1, 2 есть, а еще такой же есть член, где такие же собираются. 2 минус есть. Где возникнет... Ну, фактически нам нужно вот... За вот этими скобками сидеть. Такая же комбинация называется. Давайте посмотрим, он 2, 1, например. То есть этот член... И, такой. Допустим, вот этот вот. И вот этот. Ага. А вы не смотрели? Нет, не смотрели. 2, 1, мы только 1, 1 смотрели. Вот. Вот мы сейчас написали 1, 2 члена, да? Я спросил, есть еще такие же? А, ну, с точностью то же самое, 1, 2. Вот видим, что член 2... Здесь по индексам, посмотрите индексы, правильно? Да. Индексы, значит, здесь у нас new индекс, значит, он с чем заканчивается, здесь смотрим, рост вернется с сигма, потом сигма и индекс. Такой же, да? Да. Угу. То есть получаем, что это такой же член, как... 2 индекс.
2, 1, плюс мы здесь напишем 2, 1, да? 2, 1. То есть вот это все надо умножить на 2, правильно? Потому что у нас два таких члена, да? Угу. Так, перейдем. Значит, смотрим. У нас получается... 1, 3, да, смотрим. Значит, здесь мю даст, потом... Деваться нет, то сигма станет. Сигма мю даст станет. То есть у нас получается L и мю есть с плюсом. Вот, то есть у нас получается L квадрат G мю на D. L квадрат G мю поделить на D, да? Да. И перезвоните мне что-нибудь. У нас здесь получается 2 минус x куб. Здесь минус есть, да? Плюс x. И все общего минус. 2 минус x. 1 плюс x. 1 плюс x. Это только минус, правильно? Да. Нет, нет. И на следующий ответ посмотреть. Ну давайте посмотрим. Так, у нас получается, что здесь? У нас также будет то же самое. Потом здесь знак минус, здесь знак плюс, то же самое, по идее. И индекс проверить еще. А, индекс смотрим. Значит, у нас вот здесь сигма даст мю. Вот, потом, значит, там ро даст мю. Ро даст мю, полностью. Да? То есть получили, что 3,1, да? 3,1 такой же, как это, да? Что за доска здесь? Все наш новый, да? Так, смотрим, я зажимаю. 2-2. Ну, 2-1 уже точно. Или 2-1 у нас уже был? 2-1 уже был. А, 2-1 уже был, да? Значит, 2-2 смотрим. 2-2. 2-1 уже, собственно, был. Так, смотрим, здесь 2 минуса, потому плюс будет 4 есть. То есть получаем 4. L2. Во-первых, погодите, общий коэффициент какой. Смотрите, G-сигма и G-сигма. О, мы подразумеваем, что у нас один индекс вверху, другие внизу. То есть жиро сигма на жиро сигма у нас d получится? D, то есть общий коэффициент d будет, да? Да, то есть d внизу сейчас не нужно писать. Но вы лучше общий коэффициент потом напишите. Умножить на d, я вот так напишу. Умножить на d. G мю на d здесь. Угу. Вот. Потом смотрим туда, что мы берем только не имеющие. Это получается 1 минус 2х в квадрате. И здесь у мюку нюху. Да, да. Один будет задавить квадрат, мюку нюху. Так, давайте пока напишу, что я не постираю здесь лишь, потому что я риску. Так, еще такие есть? Да, 2-2-то не можешь. Давайте больше пишу. Да, 2-2 нету. А какие-нибудь что-то осталось? 2-3, да? 2-3. 2-3. Смотрим на 2-3. Давай самостоятельно. Почему здесь минус у нас? Или что минус? А, это потому что смотрим, у нас здесь, значит, вот здесь у нас общий минус стоит перед вторым. Ну, а здесь тоже не так все хорошо.
1 плюс х и 1 минус 2х, да? 1 плюс х и 1 минус 2х, да? Угу. И таких сколько? Ну, таких, по идее, 2, если мы можем... Давайте проверим. Это я буду уже понять. Вот, смотрим, значит, получается 3 и 2. Вот, значит, вот здесь знак такой же, у меня пока. И здесь, значит, смотрим, здесь у нас знак минус, здесь знак минус, то же самое. Да, 1 плюс х, 1 минус 2х, да? То же самое. То есть все умножаем на 2. И что у нас осталось еще? 3, да, последний остался. Ну давайте сюда. О, так что дайте просто текст. 3. Угу. Тоже заменимо даже будет, да? Да, ну смотрим, что у нас получается. Значит, вот здесь сигма, значит, вот эти две штуки сворачиваются. Uh-huh. Вот, это даст же меню. Uh-huh. Вот, эти штуки, когда свернутся, у нас получится n квадрат, ну, то есть эти квадратные блоки. Uh-huh. Значит, у нас получается n квадрат плюс 1 плюс x квадрат у квадрат. Uh-huh. И на же меню. Все это на же меню, да? Все это на же меню. Угу, хорошо, правильно. А, ничего не забыли, все члены. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сейчас сообразим. А, здесь 2, 3 и 3, 2. Подпишите 3, 2. Да. Если 2, 2, да? 3, 2. Угу. Да, вот теперь 9. Все члены перечислили, да? Ну хорошо, давайте аккуратненько перепишем, что у нас получилось. Переписываем, да, то есть здесь прям одно. Сейчас будем собирать их вам. Одно, да. Там все получается одна вторая. Лице А. Ж квадрат. Угу. Дельта В. Так. Это Х. Значит, у нас интегралы двух разных типов будут. Одни интегралы с n-квадратом, для них одна формула интегрирования, да? А другие интегралы без n-квадрата. Да, вот давайте с n-квадратами все. То есть пишем n-квадрат, да? n-квадрат. Перед n-квадратом некуда деваться больше, по тем же размерности будет же меню стоять, да? Же меню. И смотрим, из всех скобок собираем коэффициенты. Да, я что-то не сформулировал. Без полей, без
я здесь вот в правом углу пишу формулу интегрирования. Да? Мы ее в прошлый раз описывали, я еще раз напоминаю. Так, смотрим, что у нас будет перед квадратом, да, возникло? Перед квадратом. А у нас теперь собирается двойка. Что, 6 минус 6 минус 0. Да. 6 минус 6 минус 0. Правильно. Ну, давайте, может, сразу тогда и напишем, чтобы сэкономить место. Да? То есть перед этим квадратом у нас осталась такая простая комбинация. Да? 6. А здесь b минус 1 поделить на b. Давайте сразу так напишу. B минус 1 поделить на b. B минус 1 поделить на b. Да? Это мы из всех наших слагаемых свертки собрали члены перед b квадрата. Да? Теперь члены с кумюками. Ну давайте с кумюками. Есть еще тоже члены g меню. Да? Ну, да. Давайте их сейчас выпишем. Они уже будут сейчас другого типа интегрирования, то есть вот такого. Да? По тензорному виду они такие же, как первое создание. Еще не на тут квадрате. Да? У нас есть вклад отсюда, да, 2 минус 6 квадрат, и вклад отсюда. Плюс 6 квадрат. А квадрат мы уже написали. Дальше. Все, скобочку закроем. Теперь у нас пошли члены вида куми-куми. Пишем куми-куми и большую скобку открываем. Ну и аккуратненько их все увидим. Соответствующими коэффициентами, да? Два минус х, да. Один минус два х и двойка, да? Не забыли двойку, хорошо. Следующее. Тоже с минусом, да? Да, вот такие члены и общие фигурные скобки закрывали. Ну вот что, фактически нужно теперь здесь просто брать их и сами скобки раскрывать. Давайте, может быть, как-нибудь их обозначим. Допустим, вот это первая скобка, а вот это вторая скобка. Да? Их отдельно. Но давайте так, это нам уже не нужно. Да. Давайте еще раз со самым сложным проверим перед кругом. Все правильно собрали. Смотрим, получается, должно быть 2 на 2 минус х на 1 минус 2 х. Есть такой. А потом минус 2, 2 минус х, 1 плюс х. Да. 2 на 1 минус 2 х в квадрате. Правильно. И 2 на 1 минус 2 х на 1 плюс х. 1 минус 2 на 1 плюс х. Все правильно. Все, стираем тогда повестку. Все фактически нам что осталось сделать? Нам осталось поставить формулу линейного интегрирования, да? Формулу линейного интегрирования. У нас здесь два типа интегралов возникает. С квадратом и без квадрата. Да?
альфа, мон, двоечки. Да? А потом по x проинтегрируемся, да? Уже вот для расходящегося части будем смотреть, по x проинтегрируемся. Давайте первую скобку, просто раскрывайте ее, все. Там надо будет убрать кольцо, потом интегрировать. Первая скобка. Так, у нас получается. Нет, давайте что-то будет. Или смысле складный статус. На самом складный статус. У нас получается, значит, четверка плюс единица, пятерка. Потом, соответственно, по квадратичной у нас x квадрат плюс x квадрат двоится, значит. Ну или по тем, это у нас, соответственно, минус четверка плюс двойка. То есть у нас... Минус двоится. Минус двоится, да. Минус двоится. Ага. Это наш первый квадрат, квадратная скобка, и вторую тоже. А вторая скобка у нас получается следующая. То есть по квадрате надо сюда. Да, значит, давайте и квадратик коэффициент посчитаем. И за квадрате. Квадрате, ну, получится, что? Значит, здесь смотрим минус двойка, здесь минус на минус плюс, а вот минус четверка. Угу. Минус четверка. Ну, пишу, минус четыре. Да, минус четыре. Угу. Дальше смотрим. У нас здесь минус минус плюс дадут. Угу. Двойка, просто двойка. Угу. Двойка. Здесь смотрим, значит, у нас здесь будет четверка на D. Угу. Четверка на D. Минус четыре, да. Так, и здесь она будет достаточно минус двойка на двойку минус четверка. Угу. Вот. Дальше плюс х. Значит, у нас получается плюс 2. И здесь значит, плюс 8. Ну, вот смотрим. Вот плюс 2. И здесь еще плюс 8. Да. Плюс 10. Да. Со знаком плюс. Вот. Угу. Дальше смотрим, здесь у нас что получается. У нас получается минус 4, и здесь у нас получается плюс 2. То есть минус 2. Угу. Вот. Здесь смотрим, у нас должно быть минус 4 где? Угу. Здесь смотрим. Здесь у нас должно быть минус 4 и здесь плюс 2, минус 2. Правильно. Да. Так, и плюс. Значит, у нас здесь получается минус 4. Здесь смотрим, здесь у нас тоже минус 4. Четыре. Угу. Здесь. И здесь смотрим, у нас получается плюс двойка просто. Угу. Вот. Давайте сразу напишем это положение для случая, когда D равно 4. Потому что мы дальше будем смотреть расходящуюся часть, да? То есть у нас только судья для исполнения единицы на x нам нужно выделять, правильно? Поэтому видите, поэтому в числителе не надо удерживать время порядка y, да? То есть отличие от d от 4 нам не важно в числителе, правильно? Что делать? Извините, что я вас перебил там после изменения шестерка коэффициента. Да. Нет упрощения, но где? Вот нет, а где шестерка, там шестерка. Там получается, здесь сейчас смотрим. Понятно, да, что в числителе было d равно 4. Да. Ну, смотрим, значит, если у нас d равно 4, это 16. Вот эта штука, это у нас минус 8 плюс 2 минус 6, то есть 10. 10. Вот, дальше смотрим. Значит, 10 минус 4 это 6, и минус 16, минус 10. Угу. Минус 10. Дальше смотрим. Здесь, значит, у нас там получается минус 8, минус 6. Минус 8, плюс 2, да, минус 6. И плюс 4, минус 2. Угу. У нас получается. Вынести, да? А,
принципе, только тут вынести их, допустим, всех. Ну ладно. Два получается, значит, у нас получается 5 экспонатов. Так, даже так решили. Да не надо, мы ничего не купировать, это было потом почтенно. X квадрат минус x, 5, минус 5x. Так. И здесь минус 1. Минус 1. Правильно коэффициенты? Все такие получились у вас? Ну? Или с доски срисовываете? Ну правильно, вроде, правильно все посчитали. Правильно. Отлично. Теперь что мы будем делать? Теперь давайте будем посмотрим на нашу формулу интегрирования. Вот я их как-то написал, да? Это общие формулы интегрирования, правильно? Альфа у нас чему равна? Двойки. Давайте сразу здесь тогда я напишу, да? Вы себе еще раз их перепишите. То есть здесь у нас будет двойка, здесь у нас будет двойка, да? Тогда сюда, Сергей, смотрите. Вот это у нас превратится в единичку, да, правильно? Единичку. А при n квадрате относительно вот этого коэффициента будет минус единица, правильно? За счет этого коэффициента минус единица. Дальше, гамма от альфа это везде просто единичка, тривиальная единичка. Да? Вот, а, и здесь вот какой-то штука надо поставить, у вас единичка минус. Да, 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 здесь давайте напишем. Ну, давайте, а здесь минусом светит. То есть это будет, а давайте так сделаем, вот приведем к такому же коэффициенту, как здесь. Здесь коэффициент у нас 2 минус d пополам, правильно? Да. 2 минус d пополам, здесь тоже 2 минус d пополам. Вот. А, значит, здесь у нас тоже стоит 2 минус d пополам. Еще не забудем, что у нас здесь вот d пополам есть коэффициент общий, да? А здесь такую же гамма-функцию мы рисуем, как ее сделать? Ну, в смысле, воспользоваться тем, что гамма это единица плюс альфа, это есть все, что у нас гамма. Гамма от 1 плюс альфа, это есть альфа, да, альфа гамма, на гамма от альфа, да? То есть поэтому здесь будет, я могу так переписать, здесь будет двойка, да? А здесь будет 1 минус d пополам, правильно? Согласны? Тогда можно, здесь перепишу 1 плюс 1 минус d пополам, и оно сократится на место, да? И из нашего общего интеграла все вот этот коэффициент сразу можно вынести, правильно? Он общий будет. Он общий. То есть здесь вот он возникнет такой же коэффициент, правильно? То есть по сравнению с вот этим интегралом здесь лишнее вот такой коэффициент определенный, да? Интеграл. А, значит, что у нас выносится? У нас выносится и. И гамма, вот это вот эти штуки. Ну да, и на 4 пи. Значит, здесь не напишем. И с одной стороны, да, 4 пи. Все деньги пополам. Ага. Мы сейчас уже будем с вами попроще брать выражение, то есть когда d равно 4 вычислителе. Поэтому давайте здесь вот напишу так. Вот так вот и расходящаяся часть. Это значок, означающий, что мы берем у. Выражение только расходящуюся часть. То есть мы ее где заменяем на четверку? Ну да, где можно, там мы ее заменяем. Здесь можно? Ну, по идее. Здесь можно, да? Здесь будет двойка просто. Два минус d пополам это что? Там плохо будет, там гамма от нуля. То есть гамма от минус эпсилон будет. Да. Давайте вспомним, гамма от минус эпсилон у нас по эпсилон себя как идет? Мы там, подождите, там единица на... Сейчас, единица на эпсилон. Как обратно к аргументу, минус единица на эпсилон. Хорошо. Дальше. В дельте, вспоминайте, в дельте у нас стоит минус q квадрат. Минус q квадрат, размерность. Он в степени минус эпсилон. Значит, он пойдет наружу, вот этот квадрат, который в дельте сидит. Да? Он пойдет в размерность. Степени 2 эпсилон будет. Ну, лучше напишите минус q квадрат в степени эпсилон. То есть там минус q квадрат, да? Здесь же минус, правда? Да, да. То есть аналитические свойства должны быть правильными. Да. Минус q квадрат. Минус q квадрат. Квадрат. Да. В степени эпсилон. Да. Да. Угу. Это мы из дельты вынесли. А в дельте еще есть вот этот x на 1 минус x в степени эпсилон. Да? Но это все сидит хоть и в знаменателе, но не создает сингулярности при интегрировании по x. Правильно? Поэтому в этих слагаемых эпсилон можно положить равный нулю, да? Вот для
вот этих членов, которые в дельте сидят, x1 минус x. Все в степени эпсилон. Здесь эпсилон можно нулю положить, правильно? То есть мы его вообще забываем. Мы про него забываем, потому что при интегрировании по x лишних сингулярностей не возникает. Да? Вот. И остался интеграл по dx. Да? Ну, надо еще все переписали вообще. Ну, да. Давайте интеграл нужно dx. Dx. И и давайте вырисовывать. Сначала, сначала вот эти члены, да? При n квадрате они у нас будут дополнительным знаком минус, да, чуть-чуть минус. Минус. И вот смотрите, какой коэффициент еще. Значит, d пополам, 1 минус d пополам и дельта. Да? Лишняя дельта у нас еще есть. Квадраты и дельта. Ну все, вы переписываете. D пополам сразу доставляете. Так, значит, дельта. Ну, пишите, чем вам равно. Здесь уже вам нужен вопрос. Дельта у нас получается, соответственно, на q в степени. Почему? Ну, в смысле, вместе с этим, да? Да. То есть у нас получается x в степени эпсилон. Не-не-не, какой x в степени эпсилон? А, сейчас. Вот смотрите, вот эта дельта в степени эпсилон, мы ее уже обработали с вами. А, вообще, да, все. Да, я про вот это говорю, потом чисто. У нас, например, знак будет плюс. Теперь там был минус, но появится плюс, с учетом того, что d здесь плюс 1 минус x. Вот. И еще квадратность. Квадратность. Вот. То есть вот этот минус, с минусом d не сократится d пополам. Двойка. Двойка, если 1 минус d пополам. Ну это получается минус единица. Минус единица, d на это. Еще один минус. Минус. Минус, да. Все, мы тут уже все нарисовали. Теперь остался вот этот коэффициент, да? Ну, шестерку я написал. Так, значит, 2. 2 минус 1. Да, нет. Ну, да, у нас получается четверка минус единица, тройка, 3 четверка. Вот, 3 четверка. Угу, правильно? Подставили все всегда, да? Так, дальше. Значит, смотрим вот этот интеграл. Это у нас просто нижний интеграл. Это нижний, он просто с единичным процентом рисовывается. Вот, это у нас получается квадрат. Просто скобочки вот у вас переписываем. Квадрат. Квадрат заменил. И скобочки 5 минус 2. Правильно, порядок. Пишите 2х квадрат, минус 2х. 2х квадрат. Минус 2х. Минус 5. Угу. Окей. Так, и вот это. И вот эти тоже с единичным коэффициентом. Да? Сейчас получается плюс 1, 1. Угу. Здесь смотрим. Там было 2 общих. И здесь 5х квадрат. Угу. Минус 5х. Минус 1. Угу. Отлично. И большая фигурная стопка накрылась. Угу. Здесь у нас стоит x на 1 минус x, да? То есть это что такое? Это минус x в квадрате плюс x, правильно? Минус x в квадрате плюс x. Хорошо. Давайте вот в углу под нашими скобочками. При общих соединениях и соединениях. Правильно, да? При общих соединениях. Зачем просто интегрируем все? Мы же под x есть обычные полиномы. Да? Ну, вот, вы их сужаете. Под каждой скобочкой напишите про интегрированный результат от скобки. Так, у нас получается что? Здесь вот. А, да, скобка. А потом подставите. Так, у нас получается здесь минус 1 вторая. А, на 3 изменяюсь. А, плюс 1 вторая. Ну, что у нас получается, значит, тройка минус двойка. У нас получается 1 единица, то есть 1 шестая. 1 шестая, да, 1 шестая. Почему 1 шестая? Угу. Хорошо. Так, здесь смотрим. У нас 2 третьих. 2 третьих. 2 третьих минус 1 единица. И плюс пятерка. Угу. Вот, что получается, соответственно, минус 1 треть плюс 5, это, соответственно, 15, 14 треть. 14 треть, правильно? Кирилл, вы считаете сами или просто на доску 5? 14 треть. Хорошо. Тогда давайте последнюю скобку
посчитаете. Минус 1 третья, соответственно, на тройку умножаем. 15 минус. Угу. Андрей, правильно? Если я буду по 11 по жирности, то я хочу все-таки. Все. А, не надо. Последний. Нет, все правильно, нормально. Надо считать. 5 третьих. А, минус 5 вторых. Минус 5 вторых. А, минус 1. Вот, смотрим, соответственно. У нас 1 третья с 1 второй уже были, только здесь знак другой. У нас, соответственно, получается пятерка с минус 5 шестых. На кубсу минус. Минус 5 шестых. Минус 1. И здесь у нас получается минус 5 минус 6. Все, поделите на 6. То есть у нас получается минус 11. Минус 11 шестых. Правильно? Mm-hmm. Правильно, Кирилл? Да. Mm-hmm. Mm-hmm. Отлично. А, ну теперь аккуратненько подставляем эти цифры сюда. Можно, если они уже стрелятся. Если мы ошибемся, то будет еще один. Так, значит, шестерка у нас пойдет. Как мы себя можем проверить? Три. Она должна поперечная структура, правильно, надо сказать. Да? То есть у нас такая поперечная структура должна быть. Да? Так. Давайте вот этот минус единица на эпсилон сразу напишем. Да? Который в гамме сидит. Минус единица на эпсилон. То есть мы смотрим расходящуюся часть этого выражения. Да, то есть у нас везде не равенство, а вот такие вот равенства. Значки, обозначающие, что мы только расходящуюся часть смотрим. То есть будет минус двойки на эпсилон общий. Ага. И собираем коэффициенты все. Здесь вот еще жуминю. Где жуминю? Где жуминю? Здесь вот уже минимум, здесь вот уже минимум, да? Да. Давай напишите его. Уже минимум. И перед Q квадрат тоже уже минимум, да? А то мы равные тензоры складываем. Да, здесь смотрим, вот, получается. Так получается. Ну, что вы начинаете? А я написал, да. Здесь, да? Здесь получается 3 вторых на Q квадрат. Минус. К сожалению. Ну, я минус, в смысле, я имею в виду. Ага. Минус 3 вторых. Уже минус. Q квадрат. Так. Дальше скажем. Вы не пишите одинаковые индексы. Мне везде вверху и пишу. А, ну, хорошо. Здесь получается 14 третьих у квадрата. Угу, как это знак, с плюсом, да? Да. То есть плюс 14. Значит, плюс 14 третьих. Плюс 14 третьих, ага. Квадрат. Угу. Так. И здесь у нас остается 1 из минус 1 из 6. Минус 1 из 6, минус 1 из 3. То есть будет минус 1 из 3, да? Минус 1 из 3, не помню, правильно? Минус 1 из 3, не помню. Хорошо, запомним. Скобочку, ну теперь давайте упростим немножко. Вот у нас получается еще вот этот минус, давайте. Я вот эту скобку сначала. Двойку, ну хорошо, давайте. 28 минус 9. Вот, это у нас что получается? У нас 19 получается. Uh-huh. То есть 19 шестых. Что такое? 19 шестых, да, хорошо. Вот. И тогда тройку можно на другу вынести. А ну смысл здесь тройка есть, и вот тут тройка будет. Ну, лучше так, мы же вот эту тройку внутрь занесите, потому что там складывает. И минус тоже. Минус одну вторую скобку. Ага. Вынесите. Значит, у нас получается и СА. Ага. Ж квадрат. А еще мы забыли, как это переписывали. Помните, вот этот размер, мы за размер спустим. Минус Q квадрат в степени эпсилон. Да? Давайте пока его выкидывать не будем, хотя, по идее, мы могли его выкинуть, потому что он на расходящуюся часть не сказывается. Да? Но нам интересно все-таки за этой зависимостью проследить.
Ага. Дельта b на 4 пи квадрат эпсилон, 4 пи квадрат вот там еще эпсилон. Ага. А там можно стереть все. Мы минус 1 вторую внесли. Да. У нас получается минус. Минус. 19. Ага. 12. Квадрат. Квадрат нужен. Ну, да. То есть видно, что здесь тоже никакой поперечной структуры не возникает. Да. Да. Плюс 11 шестых. Плюс 11 шестых. Нет. Угу. Вот так вот. Угу. Отлично. Замечательно. А, это мы посчитали вклад последней диаграммы, которая нам была нужна. Да? А, теперь давайте вот что сделаем. Мы все вместе просуммируем. У нас контрчленная вершина, мы знаем, как выглядит, вот она. Да? Ну, давайте напишем всю эту сумму. Сумму всех наших интегральных диаграмм и вот этой тривиальной контрчленной вершины. Просто вот здесь вот вверху все стирайте, здесь пишите равенство. Да? Поперечная структура должна возникнуть от духовой триллионной диаграммы. Да? Mm-hmm. Вот эта диаграмма всегда независимо идет. Почему? Потому что при ней есть такая независимая структура, как NF. Да? NF ни с чем не смешивается, как коэффициент. Правильно? То есть в этом смысле фермионы, они как бы вообще в теории несколько отщепляются, потому что перед ними всегда коэффициент NF будет. Да, если у вас есть. Mm-hmm. Нет, ну здесь это скорее число активных флеймов, а вот так, значит, духи у нас и работают, то есть без них у нас будет продольный член еще. Ну конечно, то есть духи, они вас... Что духи делают? Они сокращают степени свободы глиона. Да, то есть они сокращают на физические степени свободы. Ну, вот здесь вот у нас очевидная вещь возникает, что у нас тоже зависит вот эта штука, да? Когда мы там с 19 условий, у нас 20 получится, минус 20. 20-12, это что такое? Ну, пока просто даже 20-12, это, соответственно, это 10 шестых или... Ну, пока 5 третьих. Может, 5? Ну да, 5 третьих. 5 третьих. Вот, соответственно, вот эту штуку, когда там спадает, у нас получается 10 шестых. Или 5 третьих. Да. То есть 5 третьих можно вынести. Да, я думаю, что получится поперечная структура. Поэтому ответ мы как можем записать? Сразу поперечную структуру давайте напишем наружу. Да? Пишем ее. То есть мы пишем сейчас ответ для расходящейся части однопетлевого трансляционного оператора, да? Фейманского петлевого. То есть поперечная структура у нас такие выделилась, что приятно. Ага. Поскольку мы смотрим за расходящуюся частью, давайте сразу вот этот коэффициент. Ну ладно, давайте откроем скобочку. Все-таки поперечная структура во всех порядках выделяется, да? А теперь давайте писать общий коэффициент. У нас общий коэффициент g квадрат на 4π минус q квадрат все меняется, да? G квадрат на 4π в квадрате. Минус q квадрат в степени эпсилон, это общий коэффициент перед первыми четырьмя диаграммами. Да? Перед вот этой диаграммой другой коэффициент. Да? И еще единица на эпсилон, потому что мы уже расходящуюся часть смотрим, да? И скобочку еще одну открываем. Что у нас не возникнет? Она вот такая небольшая. От фермионов что у нас? Две трети канал. Две трети ханель, а от базонов леонов и духов заключили на скорейшую. Не очень, да?
Не, ну вот от той, которую чаще считали, у нас что получается отсюда? Так, у нас получается 5 третьих. С каким знаком? Со знаком минус. Знаком минус, да. Правильно. То есть минус 5 третьих. Минус 5 третьих, что вам нравится? Минус 5 третьих, С, А. Да, С, А, это у нас НС в нашем вычислении. Да? Ну давайте пока, вот вы это увидите потом, что это не мудрствование некое, что мы НС вне разных других обозначаем, да? А именно вот Казимир здесь видели. Да? То есть запишем через Казимир от С, А. Хорошо, все, скобочка закрылась, больше у нас ничего нет. Имеется в виду перед этой структурой. И что еще есть у нас? Контрчленное решение, да? Она здесь идет с минусом, да? Минус, минус, будет минус, да, да. Минус 203 определение. Вот. Все. Это и есть наша расходящаяся часть. Да? Давайте здесь тоже пропишем что-то. Не просто наш традиционный оператор, а расходящаяся часть. Дальше контрчлен подстраивается таким образом, чтобы выполнить условия преномировки. Вот наши условия. Да? У нас есть расходящаяся часть и есть конечная часть. Конечная часть нас не интересует, мы видим, как должен выглядеть контрчлен, чтобы сохранить. Да, то есть сразу пишем, чему равен наш контрчлен. Он, получается, смотрите, у него должна быть правильная размерность, у него тоже должна быть масса в степени, квадрат массы в степени эпсилона, да? То есть получается вот U N3 от U, это есть G квадрат на 4 пи квадрат. G у нас везде, кстати, мы это не пишем, это перенормированная, да? То есть мы работаем с перенормированной теорией, то G у нас перенормированная. Минус у квадрат, то есть это минус уйдет. У нас это все равно скатится, правильно? То есть что мы увидим? Мы видим, что у нас контрчлен имеет именно тот вид, про который я вам говорил, правильно? То есть будет становиться, он имеет квадрат, степенеемся, он имеет коэффициенточек. Что это? А два других контрчлена откуда у нас? А мы их еще не посчитали. А. Вот вы их посчитаете. Один из них вы посчитаете. Другой, а третий посчитали. Вот, замечательно, посчитали. Спасибо. Сергей, молодец. Пару замечаний относительно вот этого контрчлена, который мы посчитали. Мы его считали в кривовке Феймана с... Вы себе ответ пишите, что у нас будет ответ. В кривовке Феймана с кси равна единице, да? Эта величина, она не является калибровочным вариантом, не калибровочным вариантом величины. Но это и понятно, потому что это часть пропагатора, а пропагатор, в общем случае, это не калибровочный вариант, потому что он в разных калибровках по-разному не видит. Да? Ну, понятно, что на калибровка будет влиять на какой коэффициент? На этот или на этот? А? На вот этот, ну где глюоны? Где глюоны и пропагандеры, там калибровка будет важна, да? То есть для случая ковариантной калибровки у нас 5 третьих в общем случае заменяется на 13 шестых минус кси пополам. Ну я просто ответом говорю. То есть если бы мы работали в кси калибровке, да, где параметры кси были, то 5 третьих заменилось бы на такую комбинацию. Давайте подставим, если кси равна единице, то у нас мы из 13 шестых вычитаем сколько? 3 шестых, правильно? То есть получается 10 шестых или 5 третьих. То есть вот эта величина, она не калибровочный вариант, вообще говоря. То есть в разных калибровках они по-разному выглядят. Тем не менее, бета-функция, естественно, калибровочный вариант получится. Что это? Этой задаче надо в кулоновской калибровке все то же самое сделать. Да, вот то, что мы сейчас сделаем, это аналогично пятой вашей задаче.
есть можно вот, использовать все те же, всю ту же идеологию, которую мы сейчас применяем. Ладно, нашли этот контрчлен, его в рамочку отвели, Я сейчас его сравниваю, он у нас получился правильный, мы молодцы. И теперь двигаемся дальше. Еще немножко есть у нас времени, как раз, чтобы не мешать контрчлен посчитать, не более простой. Поэтому есть вопросы к контрчлену? Нет. Все понятно? В вашей месячной задаче, пятой, да? Вам нужно посчитать, вот я конкретизирую задание, потому что оно сформулировано слишком сложно. Да? Настолько сложно, что, что вообще-то это была некая статья, где-то лет 30 назад. Уважаемый журнал. Если только она сейчас сформулирована, то это результат некой статьи. Вам же нужно в кулоновской калибровке посчитать 0,0 компоненту поляризационного оператора. 0,0 компоненту сочетаете. Да? Не весь поляризационный оператор, а только 0,0 компоненту. Почему? Потому что он, оператор поляризационный, должен быть поперечен, да? Но когда вы работаете в некой вариантной какой-то калибровке, у вас может быть несколько поперечных структур. У вас там не одна поперечная структура, как здесь, да? Вот это на P. Там есть еще одна поперечная структура, и перед ней, чтобы коэффициент найти, нужно гораздо больше усилий приложить, чем от вас требуется задача. То есть вы считаете 0,0 компонент, да? Кирилл, понятно? Да. Как вы считаете? Ну, вы мне говорили уже это. В остальном идеология такая же, как здесь. То есть вы там должны посчитать кулоновской калибровки, да, то есть вам нужен пропагатор галеона в кулоновской калибровке, но фактически он по виду будет совпадать с тем пропагатором, который у нас был в электродинамике. Помните, в первом семестре, когда потенциал брейка мы считали, мы там применяли пропагатор фотонный в кулоновской калибровке. Да? Вот. Вам надо это вспомнить, оттуда взять пропагатор, аккуратно написать все вершины, также вот аккуратно их свернуть и выделить расходящуюся часть. Да? Так, двигаемся дальше. Второй пункт это вычисление контрчлена дельта 2 в обратной последовательности. Дельта 3, дельта 2, дельта 1. Значит, контрчлен дельта 2 у нас связан с трансформировкой фермионной линии, правильно? Поэтому, чтобы его найти, нам какую разумную функцию Грина смотреть? По вычисленному. Массовый оператор, да? Массовый оператор. Так, вот это я стираю. Давайте я это стирать не буду. Точно так же мы должны сейчас понять, как мы считаем функцию Грина в перенормированной теории возмущения, да, и посмотреть, какое условие перенормировки. Да. Вот давайте мы немножко вспомним, что в электродинамике было. Значит, в КЭД мы функцию Грина, пропагатор, точку пропагатор нашего электрона, считали таким образом. Точно так же считали не все диаграммы, которые входят в пропагатор, а только некий класс этих диаграмм, но частичными приводимыми. Да? Которые нельзя разрезанием одной линии на два куска разбить. Да? Вот такие. Какой-то карт у нас. Да? Вот. Что у нас есть? Главное,
такая вот такая диаграмма, да? Ну, в следующем порядке там будет такая, такая, да? Ну, в следующем порядке уже много разных диаграмм возникнет. И вот этот ряд в обычной теории возмущения, не перенормированный, в обычной, да, где мы погружаем и разделяем на два куска контрчленного и обычного, мы говорили, что это есть минус 10 и на сигму. Да? Вот так. Массовый оператор, да? Тогда полная функция грина, вот это, я говорю, частичная, а полная функция грина, это было что такое? Это было и поделить на и поделить на k минус n0 минус сигма от k. Она вот таким вот образом выглядела. То есть точно так же все это частичные приводимые диаграммы собирались в геометрическую прогрессию, и сигма шла в знаменатель на этой прогрессии. Правильно? Дальше мы говорили, что этот пропагатор мы представляем каким образом? Мы представляем его в виде... когда мы находимся в два полюса... Сейчас, вопрос такой, а вот в случае, если мы вода 33 уровня не считаем, это же S равно сигма. Почему? Почему это происходит? У вас первая диаграмма, ну, для вот этого объекта, у вас первая диаграмма это просто обычный пропагатор, да? Ну ладно. Да? Во втором порядке здесь пропагатор, а здесь... Ну, дальше это выделили, образовалась геометрическая прогрессия, так и так далее. Это все у вас на первом семестре было. Я просто про условия перенормировки хочу сказать. Значит, какие условия перенормировки были в электродинамике? Вы говорили, что около физического полюса, то есть когда k квадрат равно физической массе, не затравочной массе m0, а физической массе, у вас этот пропагатор должен как быть устроен? Должна быть константа z2 поделить на k минус f, да? То есть пропагатор должен иметь полюс в физической массе, правильно? Поэтому ваши условия перенормировки вот, в электродинамике, оно у нас формулировалось таким образом. Вы должны были зафиксировать полюс в физической массе, да? И вычесть этого полюса, да? То есть оно выглядело таким образом, что на вот эту сигму мы получали уравнение, что k минус m0 минус сигма от k, когда k такое, что k квадрат на m, m квадрат, да, где m это физическая масса, наблюдаемая масса, да, вот это должно быть равно нулю. То есть у вас расходимости содержатся здесь и здесь, вместе они так сокращаются, что при k равно физической, при k квадрате равно квадрату физической массы у вас было выполнено такое условие, да? Ну и, соответственно, z2 у вас, это было что такое? Это было 1 минус, там, для сигма, под k. Все это, таких качеств, как квадрат на его квадрат. То есть вот ваше второе условие. Ваше z2, который... есть за 2, то есть с точки зрения квадрочлена, это есть 1 плюс дельта 2. Да? То есть коэффициент дельта 2 вы фиксировали из этого второго условия. Дальше на язык. Это то, что было в электродинамике. Да? Да. Дальше на языке перенормированной теории возмущения. Перенормированной. Смотрим теперь перенормированную теорию возмущения. У вас вот эту величину теперь называем минус i на сигма перенормированная. Да? Возникает все то же самое. То есть у вас, ну, в однобедревом приближении, которое нас интересует, у вас возникает такая диаграмма и появляется контрчленная диаграмма. Правильно? Появляется контрчленная диаграмма, которая как пишется? Если течет по стрелке импульс k, то здесь идет i, k,
вот дельта второй. И К дельта 2 минус дельта N. То есть у нас есть два контрчлена. Один контрчлен дельта 2, который вот этот богатый какой-то, другой контрчлен дельта N. Правильно? И у вас есть два условия этой нормировки теперь. Два условия. Так как здесь было два условия, да, это так же и здесь были два условия. Это то, что сигма f при k квадрат равно минус μ квадрат равно нулю, да? Или не нулю, чему хотите. Если вы берете какую-то точку, где вы измерили каким-то образом ваш пропагатор, да, то возможно здесь будет не ноль, а какое-то число из вашего эксперимента. Короче, вы сюда подставляете, вот условия этой нормировки, вы фактически подставляете там косвенно данные вашего эксперимента. Да? То есть это все в ваших руках, да, эти условия. Ну и второе условие для сигма после k, для сигма после k, точно так же, когда k квадрат равно минус μ квадрат, это есть тоже ноль. Может такое семейство условий выбрать, да? И из этих двух условий вы найдете два ваших контрчлена, правильно? Согласны? То есть точно так же, как мы сейчас будем делать. Мы сейчас это и будем делать, да? Только мы задачу себе облегчим. Что мы сейчас будем делать, да? Это как бы общая схема. А мы будем работать в безмассовой теории. Где у нас, то есть у нас теперь КХД, да, КХД, есть безмассовые теории. Мы считаем перенормированный массовый оператор, да, наш перенормированный массовый оператор вот, при его приближении. То есть у нас в главном приближении здесь вот такая диаграмма, да, идет. И контрчленная вершина. Контрчленная машина у нас, когда массы нет в теории, она выглядит просто как и k со шляпой на дельта 2 от нее. Да? А вот этот мы посчитаем. Этот мы вычислим. Этот мы вычислим, и в результате мы должны будем выполнить условия перенормировки. У нас теперь одно условие перенормировки будет. Да? Его можно сформулировать каким образом? Что при k квадрат равно n квадрат. При k квадрат минус μ квадрат, то есть в некой точке μ квадрат, наша полная функция Грина, она становится обычной функции Грина не взаимодействующей теории. Или что то же самое, ваш сигма перенормированный при k квадрат равно минус μ квадрат, это равно 0. То есть наши условия перенормировки, оно вот такое будет. Да? То есть мы выбрали некую кинематическую точку, целое семейство этих точек, которые от нуля зависит, да? И зафиксировали нашу конечную функцию Грина в этих точках. Да? То есть где-то зафиксировали функцию Грина, это и есть фактически перенормировка. Да? То есть вы в каком-то месте должны вашу теорию привязать к наблюдаемым величинам, да? В эксперименте. А вот эти здесь не так привязаны. Так вот и привязано. Нет, я имею в виду, что вот там вот было на альфа-вес, мы в принципе знали этот эксперимент. А здесь мы не знали. Но тоже фактически у вас смотрите, куда у вас, ну, я немножко фантазирую, куда у вас дельта 2 будет входить. Да? Он будет входить в любые процессы, где есть фермионы. Фактически через сечение любого процесса, через сечение любого процесса можно связать с дельта 2. Да? Ну, у нас задача еще более простая, потому что, смотрите, нам не надо все условия перенормировки выполнять. У нас контрчлен должен только расходящиеся части сократить. И нам только это и интересно сейчас. Да? А это как бы всегда так. Потому что перенормированная функция Грина, она конечно должна получиться. Поэтому он всегда должен сократить расходимость. Да?
Ну вот давайте сейчас последнее, что мы сделаем, мы оставшиеся 10 минут, мы посчитаем просто вот эту диаграмму, чему он работает. Да? Я ее обозначу. Да? Ну давайте. Андрей, пойдете? Я не успею посчитать. Давайте, идите. Хотя бы пожирнее пишите только. Вот, там еще там лик. То есть D такое, да, у нас фактический импульс. То есть двигаемся против фермионной линии, да, здесь будет две вершины у нас. В каждой вершине что стоит? Ну, во-первых, гамма-микро. Минус ИЖТ, а гамма-микро, да. Двигаемся сюда, будет минус ИЖТ. Давайте запишем эту величину, а посчитаем ее так. ТА гамма-микро, да? Мы работаем в феймановской калибровке, поэтому вот этот индекс мю, он будет перекочует и на эту вершину тоже, да? Гамма мю. Потом у нас что идет? Ну, соответственно, здесь у нас P плюс K. P плюс K в квадрате, да? И пропагатор карионный, числитель. Его нужно сюда писать, здесь же гамма-матрица, да? P плюс K. На шляпу и буква И еще у него есть, да? Фермионный пропагатор, буква И есть. Идем сюда. На эту вершину. Ну, здесь тут тоже заряд, то есть. Точно так же, как и здесь, да? Минус И же. Глионный пропагатор цвет переносит, поэтому будет Т с каким индексом? ТБ. Ну, напишите ТБ. Гамма. И гамма какая? У нас гамма не напишите. Гамма не. Да? И пропагатор глиона феймановской калибровки. Как он у нас выглядит? P квадрат. Идет знаменатель плюс 0, да, везде. Здесь. Порядка сейчас пишу. Не феймановской калибровки просто, да? Минус И же минимум, да, когда вы нижний индекс нарисуете. И по цвету что у нас? Ну тут дельта Б. Дельта Б, да. Дельта Б. Дельта Б. Если важно, то не знаю. Еще, наверное. Ну давайте напишем, что у нас они удаляют еще. Ну вот. Ну, понятно, что здесь мы будем фильм с интегралом. Давайте сейчас коэффициентом разберемся. Будет ТА-ТА, да? ТА-ТА, за счет дельта В, ТА-ТА. Это что такое? ТА-ТА. Где Т, это фундаментальное представление. Сейчас, ну, шпур ТА-ТА, ну, шпур, ну, в смысле, я должен просто сравнить. Ну, ТА-ТА, мы считали уже 10 раз. Оператор Кисмира, СФ. Значит, С тоже в квадрате. Ну, же в квадрате с каким коэффициентом? Минус И, минус И, И, минус И. Сколько будет? Значит, И у нас все сократятся, И в плюс единицу. Минусы у нас три штуки, поэтому только один. Минус будет, да? Минус, да? Хорошо. Вот этот интеграл мы по Фейману его уже с вами собирали, правильно? Ну да. Давайте напишем сразу результат. Интеграл под Х. Здесь вот под ТП пока что. А, мы не тебе подаем. Ну, пока нет. Знаменатель, во что у нас приведет? Да, дельта у нас появляется. Ну. Здесь у нас произведение. Значит, сейчас мы побольше. Что там было? Ну, может, сразу здесь. П плюс К. К на х, не, 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 к на х, не квадратное х умножается, а
крал умножается на x, и все уравняется. Что это за кран? Ну, это был вот, я сегодня действую в такой красивой рамочке. Да? Что, только k на x? P плюс k на x, все в квадрате. Минус b на x. Да. Все в квадрате. Где дельта, так напишите вверху. Дельта. Одно. Минус x, а минус x на k в квадрате. X. Минус x, минус, минус x, 1 минус x на k в квадрате. Нормально минус. Спросите. Да. Окей. А, в числителе что у нас возникло? Видите? Значит, чем можно же... Ну как? Женю сделает вам здесь гамомию, здесь гамомию, да? Да? И у вас возникнет вот такая свертка, да? Здесь какой-то четырехвектор гамомию. Это что такое? Ну это минус 2 вектора. А, ну, это было минус 2 для 4 вектора, да? А здесь это что такое? Было уже. Там еще хост уже 4 минус d. Когда мы смотрели, было. То есть было. Ну, в смысле, можно еще пост как 4 минус d. Пост 4 минус d, правильно, да. То есть еще можно так написать. Минус d минус 2 на h. То же самое. То есть смотри, написать минус 2 минус 4 минус d. Но мы тогда выделяли, чтобы при d равно 4. При d равно 4 хвост сокращался. Да, я молодец, что запомнил. То есть будет минус d минус 2, да. Да, p. P плюс. P плюс K. K. Окей. Теперь замену переменных делаем. P плюс KX это A. Да? Тогда P чему равно? Ну, A минус KX. A минус KX. Здесь X не Z. Где могу? В числителе пропадает. В числителе откуда x? Числитель должен быть. В числителе откуда x? Вообще-то да. Здесь же, ну здесь они же в первой степени, поэтому там иксов не такие. Здесь же знаменатель в первой степени, поэтому там иксов не возникает. То есть это p равно l минус kx, да? L минус kx. Теперь, как обычно, числители линейные по L слагаемые опускаем, да, и переписываем все, что останется. Вот. Обращаем ваше внимание, что вот эта функция Грина, да, ну, этот кусок функции Грина, он тоже зависит от калибровки. То есть это не калибровочная вариантная величина. Хотя здесь фермион болит, да, то есть интуитивно это может не очень очевидно. И более того, его можно некоторые калибровки, вот этот однопетлевой массовый итератор, можно сделать конечным, чтобы вообще расходимости не было. Это калибровка такая, когда си равно 1. У нас си равно 1, а вот в такой калибровке он вообще будет конечным, и расходящиеся части у контрчлена на Т2 не будет просто. Поэтому мы могли, если бы мы знали, нам бы в Сочи, да, если бы знали, то могли считать только в калибровке с кси равно нулю, только контрчлен дельта 1 и дельта 3. Да? Сейчас мы здесь, когда мы оставляем вместо P, мы L просто выкидываем. L выкидываем, да. Остается 1 минус x, 1 минус x на k. Да. Здесь. Нет, здесь пока что вы еще никакую не расходящуюся, а просто переписываете. Но мы уже выкинули. А, да, мы все равно. Да, да. Что там, эй, квадрат, мы взяли по всему квадрату. Угу. Ну, отлично. Ну, давайте теперь посчитаем интеграл. У нас все формулы готовы. Пишем, чего нравится. Даже пока можем просто считать не расходящиеся. Но это, кстати, у нас
Ну, там или квадрата нет, там только нахлоп. Только вот эту формулу, да? Вот ее вижу. Старание только вот это ж минус, куда вы делали? Вообще полигон, что произвол, он иногда может использоваться как некий упрощающий, да или нет? Если вы, а получается, что что-то знаете, потом у вас в той или иной полигоновке выглядит величина, и вы знаете, что это полигоночный вариант, например, да? Тогда можете считать только полигоновки, которые вам удобны. Это минус или что-то такое? Это не минус, это остаток. Ну, гамма это все. Минус это все. Дельта явно прикольно. Может числительно. Это же минус эпсилон будет, это будет все записать числительно. То есть минус x сейчас придет в квадрате. Смотрите, эпсилон, да? И что еще у вас было? Минус x и d минус 2. Отлично. Ну теперь давайте расходящуюся часть считать. Хотя здесь без нас в самом случае никакой трудности нет, не дал. Это бета-функция будет обычно. Давайте расходящуюся часть берем. Здесь уже еще так. То есть d равно 4 умолкаем. Гамма от минус эпсилон, это минус единица на эпсилон у нас. Так, 4 и полтора. 4 и квадратики, да. Пожирнее только рисуйте, чтобы вас было чуть-чуть. Там просто фон остается. Сейчас, когда я его считаю, я пройдусь. Так, и... А, сверху еще двойка. 2 и, да? И там тоже есть. Зиковская. Я тоже уже. И... Минус единица на эпсилон. Ну, гамма от минус эпсилон, расходящаяся на часть, это минус единица на эпсилон. Минус единица на эпсилон. По размерности от импульса, как это все зависит? Это есть минус k квадрат в степени эпсилон. И на k со шляпой, правильно? На сверху зависимость напишем. Минус k квадрат в степени эпсилон. И на k со шляпой, да? И что осталось? Остался интеграл по dx от 1 минус x. Это что такое? Подождите, а? А вот это вот что? Вот это? А что смотришь? А, это эпсилон. Ну, это в степени эпсилон, поэтому при взятии расходящейся части можно ее опустить, положить эпсилон равно нулю, да? Отличие будет порядка эпсилона от того, что я пишу. Ну и 1 вторая. Интеграл от 1 минус x это 1 вторая, да? Вообще 1 вторая. 1 вторая. Окей. Ну, вот мы фактически вторую часть и сделали. Сейчас надо приравнять теперь это. Теперь мы что делаем? Мы к этой диаграмме, где-нибудь на той доске, прибавляем конторчленную диаграмму. И требуем, чтобы при k квадрат равно минус q квадрат у нас сократились расходимости. Отсюда находим, чему конторчлен дельта 2, наверное. И он себе, как вам нужно видеть, она попадает в цветок, который создает функцию для щетку. Я нормально разберусь, и считать, она тоже не будет. Угу. К квадрат тоже эти зависимые за собой поставим. Угу. И контрчленная вершина, она устроена так, это и k на v плюс и k на v плюс и k со шляпой на v. И вот мы с вами знаем,
Наше условие при нумерировке нам говорит, что если мы выберем k такое, что k квадрат минус μ квадрате, то это должно быть нулем. Отсюда пишем, чему равно дельта 2 от μ. Дельта 2 от μ. Дельта 2 от μ. Но, так, у нас единица, что просто вся разница и выкидывается. И минус. K здесь общая, правильно, да. Раз отряда. Минус остается. Менее остается минус. А, вот эта штука равна. Ага. С. G квадрате. Напоминаю, здесь G это G перенормированное, да? Потому что не перенормированное, если это работает. То есть значок вверх уже не ставим. 4 пи в квадрате уже здесь, да? А, да. Будет просто плюс в квадрате, да? Мы же условия при нумерировке накладываем при квадрате равно минус при квадрате. Так удобнее делать, чтобы у вас вот здесь вот не возникало нижних частей. Да? Это удобно так все накладывать. Да? Вот. А, ну и все. Ну и все. Ну и все. Посчитали с вами. И завтра нам осталось посчитать, какой мы тут шляпы. Первый. Дельта 1 это вершинный контрчлен, да? Из него найти бета-функцию. Вот это мы завтра с вами и сделаем. На сегодня все. Вопросы есть, потому что я сейчас смотри и делал, это вообще концептуальный вопрос. Андрей, вы сами поняли, что все делали? Да, масса играет. Ладно, все, на сегодня.